мы приехали. Где мой телефон? Подождите, телефон! Какая знакомая для многих ситуация и на первый взгляд безвыходная. По статистике, в 65% случаев именно смартфоны клиенты самарского такси забывают в автомобилях чаще всего. Специалисты рекомендуют не паниковать и не медлить. Если вы недалеко от дома или офиса, можно воспользоваться телефоном близких или коллег и позвонить в службу поддержки. Спокойно рассказать о неприятной ситуации, в которую попали, связаться с водителем и ждать возврата утерянной вещи. Так и сделал Андрей Овечкин, когда оставил свой смартфон в такси. Водитель говорит, после вас уже было там, по-моему, 7 или сколько-то клиентов, и не видел ваш телефон, не брал. Все, милицию обратились, заявление написали, все, никаких следов, все. Хотя мы им дали все данные, паспорт, там, телефон, можно же все вычислить, где он находится. Все, телефон потерялся, телефон дорогой. Чуть больше повезло жительнице Самары Наталье. Оставленная на пассажирском сиденье вещь была возвращена ей в целости и сохранности. Разочаровываться в человеческой порядочности не пришлось. Мы оставляли в такси зонтик, как-то забывали, соответственно, связались с оператором. Нам это вернули, просто с другой машины прислали к нам на адрес. По утверждению юристов, передача утерянной пассажирам вещи даже не акт доброй воли, не вопрос порядочности, а обязанность таксиста. Он должен передать организации, на которую работают, или же, если он работает сам на себя, например, индивидуальный предприниматель, то он должен передать такую вещь либо в полицию, либо органу местного самоуправления, районной администрации. Если таксист этого не сделает, начнет торговать вещами, вынимать из телефонов сим-карты, а тем более угрожать пассажиру расправой с оставленными в машине ценностями, ему грозит ответственность. Это же, конечно, кража. Есть либо административная ответственность, если вещь стоила менее 2500 рублей, допустим, какой-нибудь кошелек пустой. Если же более, то это же уголовная ответственность и за кражу, за тайное хищение имущества. Вора накажут по административной статье 7.27, а если сумма украденного, как озвучил юрист, превысит 2500 рублей, то уже по 158 уголовной, на срок до 2 лет. В большинстве случаев, отмечает водитель с 40-летним стажем Владимир Соловьев, с клиентом удается договориться. Таксистом Владимир Михайлович работал еще до перестройки, захватив начало и середину 90-х. Тогда очень мне нравилось. Вот если вернуть мне старое время, я бы, наверное, пошел бы в такси опять работать. В его автомобиле, кроме традиционных перчаток, шапок, косметики, оставляли гитару, живую рыбу и даже связку воздушных шаров. Один раз мне оставили портфель, в этом портфеле 2 3-литровых банки с грибами были и бутылка водки. Я отдал диспетчеру, а там уже не знаю, куда это все. Дошло до хозяина, нет. Исходя из социсследований, самые забывчивые клиенты самарского такси – люди в возрасте от 25 до 35 лет. Вещи чаще всего забывают в субботу и воскресенье, а также в будни ночью, когда возвращаются из ресторанов, театра или кино. Если говорить о днях недели, то в первый рабочий день люди оставляют в такси часы, во вторник – наушники, в середине недели – планшеты, в четверг – книги. В пятницу готовятся к выходным и начинают отмечать окончание рабочей недели, поэтому наиболее рассеяны и теряют в такси паспорт. В субботу рассеянность усиливается, и люди забывают смартфоны, а в последний день недели почему-то торты. Если вернуть утерянные вещи не удается, юрист рекомендует подать заявление в полицию. В первую очередь, конечно же, обратиться в полицию, поскольку есть подозрение на то, что таксист намеревается совершить как раз хищение, о котором мы сказали. И это будет, наверное, один из самых наиболее эффективных способов, поскольку в таком случае понятно, что такие договорные методы разрешения конфликта, они, видимо, исчерпаны. Обращение в полицию, оно может помочь. Статистику необычных утерянных предметов не так давно опубликовал один из агрегаторов такси. Люди оставляли в машине кота в переноске, маленькую собачку, смокинг для маленькой собачки, волшебную палочку Гарри Поттера, а также шубу, нижнее белье и даже клетку с говорящим попугаем. Владелец птицы так на связь и не вышел. Зато таксист подружился с попугаем и стал брать его на ночные смены, где тот то и дело повторял «не спать». Дело говорит, не засыпайте на пассажирском сиденье и берегите свои вещи. Ольга Павлова, Константин Головин, События.